В Асбесте началась и уже полным ходом идет массовая очистка дорог и улиц от грязи и мусора, накопившихся за осенний и зимний период. Одним из первых на экологический субботник вышло градообразующее предприятие ПАО «Уралазбест». Так, на улице Промышленной на двух участках и на улице Королева от Некрасова до Уралтелекома производили уборку работники управления железнодорожного транспорта. Всего в понедельник 19 апреля на уборку дорог вышли порядка 50 человек этого предприятия. Предприятия должны помочь нашему городу в уборке. И с сегодняшнего дня мы приступили к работе. У нас всего для нашего подразделения управления железнодорожного транспорта выделено 3 участка для уборки. 2 участка идут на улице Промышленная и 1 участок на улице Королева. Общая протяженность всех 3 участков составляет около 3 километров. Довольно серьезный объем работ. Планируем закончить к 1 мая. Хотелось бы, чтобы к 1 мая город у нас уже был чистым. Участница субботника, токарь вагонно-ремонтного депо Алена Берсенева, обратилась к жителям города. Жителям города хотелось бы сказать, чтобы мусор, соответственно, выбрасывали в положенные места. Они, такое ощущение, что как будто выбрасывается из окон. Потому что не только бутылки, не только пачки из-под сигарет, а даже нижнее белье, памперсы, такой мусор-то, бутылки, в общем, даже из одежды, обувь даже выброшена. Может, и не только из машины, может, и из садов выкидывают. Пакеты. Видно, что мусор в пакетах был, потому что и пакеты, и магнит, монетка, мусорные пакеты. И хотелось обратиться, чтобы люди не мусорили. Потому что все равно же это же сами убираем мы. Если меньше будут мусорить, и, соответственно, чище город будет. И как сказал замдиректора управления железнодорожного транспорта Дмитрий Рольщиков, несмотря на то, что все уборочные работы должны быть закончены к 16 мая, работники УЖДТ планируют закончить к 1 мая. На других улицах города, закрепленных за структурными единицами и дочерними предприятиями ПАО «Уралазбест», также производилась уборка. Всего комбинат «Уралазбест» проведет уборку более 25 улиц, скверов, дорог. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, новости АТВ.